Здравствуйте. Как вас зовут? Янис Руми. Янис Руми. У вас такая энергетика добрая. Если вы готовы, мы готовы Хорошо. Вас послушать. Cuando sei María Dolores, cuando sei que mal d'amore, cuando sei mala suegra, cuando sei mala dottore, cuando sei María Dolores, cuando sei que mal d'amore, cuando sei mala suegra, cuando sei mala dottore. Baila, 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 me. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, que solo vive enamorada, que solo vive enamorada. Me enamoré de esta guitarra que ya se ponga la bailando. Baila, 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 me. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré. Вы молодцы. Вот вы наше настроение подняли прям. Мне очень понравилось, как вот энергетика Руми, вот эта вот улыбка, вот это вот широкое вот лицо. А мне нравилось, как вы пели. Ну, честно сказать, я бы станцевала. Пойдемте. Так вам надо было с этого и начать сразу. Ну, ребята, да, надо было с самого начала пригласить меня на сцену. Сейчас уже все. Руми Янис, уже с первого момента выхода на сцену, та самая энергетика, которую почувствовал весь зал и зрители, это бесспорный, огромный ваш плюс. Второй плюс. Яркая подача, уверенность в собственных силах и такая мальчишеская непосредственность. Это второй жирный плюс. Мне понравилось очень таких харизматичных парней. Такое ощущение было, как будто вы приехали с Испании, да, вот такой интересной внешности. И прекрасная игра была на гитаре, немножко, конечно, грубовато с гитарой вы обращаетесь, да. А так все было прекрасно. На самом деле я ребят очень хорошо и давно знаю, поэтому, да, это очень высокопрофессиональные музыканты. Как говорится, от корней волос там, до ноготочка. Я знаю возможности, потенциал этих ребят. Это просто сейчас такая затравочка. На самом деле, да. Я говорю да. Да, я говорю да, мне нравится. Молодцы, все. Ребята. Я же сказал, все только начинается. Поэтому да, ребят. Молодцы, ребята, у вас 4 да, и мы вас поздравляем, вы проходите следующий курс. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, удачи. 4 да у нас? Мне харизма понравилась, вот сценическая. Янис вообще преподаватель. Он вокал преподает. Он профессор. Круто, круто, все классно. Мне очень понравился зал. Энергетика, судьи такие прекрасные. Мы прям... Окунулись в эту атмосферу. Подписывайся на канал Central Asia's Got Talent в YouTube.